Всем привет! Это Телегид и я, Анна Троян, ваш личный гид по фильмам и программам нашего канала. На этот раз у наших зрителей получится понежиться в лучах солнца, поностальгировать вместе с Мосфильмом и продуктивно отдохнуть в выходные. Подробности сейчас расскажу. В среду на ЛРТ пройдет показ кинокартины, входящей в число лучших фильмов о войне. «Горячий снег» – лента, снятая по одноименной книге Юрия Бондарева. Ноябрь 42 года. Одна из артиллерийских батарей стоит под огнем немецких танков. Молодые ребята отправлены в самое пекло, в ад сражений, брошены без промедления в круговорот крови и ужаса. Они не имеют права отступать, поэтому вынуждены выгрызать победу из рук фашистов ценой собственной жизни. Честный взгляд на Великую Отечественную увидим 13 декабря в 21:45. К орудию! Касымов! Жить надо! Стрелять надо! Лейтенант! Стрелять надо! А в четверг мы продолжим показ шедевров Мосфильма. Добрая советская картина за витрины универмага не даст соскучиться зимним вечером. Романтическая и в то же время сатирическая комедия познакомит нас с заведующим секцией в универмаге, который обнаружил брак в своем товаре. Однако испорченные платья уходят на задний план, когда вдобавок обнаруживается еще и недостача. Вот тут-то и приходит на помощь умная и влиятельная директор швейной фабрики. В итоге герои начинают собственное расследование этой запутанной ситуации. Чем все это обернется, смотрите в четверг в 21:45. Прекратим этот бесплодный спор. Товарищ Ефимов, передавайте дело сразу в арбитраж. К соглашению мы все равно не придем. Ладно, Андрей. Нет. Дело зашло слишком далеко. Пусть нас рассудят. Жалеете, наверное, что недостаточно сильно раскрыли дверь? Ваша шутка неуместна. В эту зимнюю стужу, друзья, ЛРТ подарит вам по-настоящему летний романтический мюзикл «Прогулка по солнечному свету». Всю ленту о соперничестве двух сестер и любовном квадрате сопровождают великолепные всем знакомые хиты 80-х. Так что вас ждет насыщенная сюжетная линия и прекрасное настроение в эту пятницу в 21:45. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10:00 и 19:30. Многие люди мечтают прожить какой-то момент или даже целую жизнь заново. Именно такую возможность получила героиня сериала «Часы любви». Молодой аристократке Вере достались в наследство старинные магические часы. Если повернуть их стрелки вперед, то перенесешься в будущее, назад оказываешься в прошлом. Что же выберет эта страстная натура? Роман с талантливым художником, отношения с известным актером или станет женой бизнесмена? Сколько раз работает волшебство? Ответ на эти вопросы узнаем на ЛРТ в выходные с 15:00 и до самого вечера. А еще в эти выходные, друзья, вас ждет зрелищный исторический фильм об императоре Священной Римской империи, известном как «Барбаросса».
Получивший свое прозвище из-за рыжеватой бороды, этот немецкий монарх прославился как талантливый полководец и амбициозный, но разумный правитель, мечтавший объединить Италию и вернуть стране былое величие. Увы, его планам не суждено было осуществиться, но те решительные шаги навсегда остались в истории. Смотрим ее в субботу и в воскресенье в 20:30. Вас называют Генрихом Львом, но вы ничего не стоите. Ничего. На этом у меня все, друзья. Чтобы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. И еще, наслаждайтесь зимой, ведь она так волшебна. С вами была Анна Троян. Еще увидимся. Пока-пока.